Камера. В камеру говори. Там, что ли? Да, вот, в камеру говори. Короче, иди признай, что все, короче, все, кроме меня, хотел самому толстому, это Сирису. Анекдот давай в камеру. Смотри вправо, да. Микрофон, а не в камеру, блин. В камеру говори. Камеру или микрофон, определи. Камеру говори. Микрофон ближе к тому, откуда звук идет. Камеру говори. Нет, он с самого начала сказал. Алло, ты в трико, джейновском трико. Я не в трико, а приотим, я совсем уже давно. Подожди, а что такое веселый анекдот? А Серёга, ну? Толстому. На, толстый. Да, толстый. Не, я не понял, я же понимаю, что я худой мамон. Худой мамон. На. Не тому дали. Торацик вертабии, передай тому, кто ассоциируется. У тебя с одним словом. Торацик вертабра. Тарацик Бертабра. Еще быстро. Тарацик Бертабра. А какая часть? А что это по натуре? Да, это средняя часть чего? Сейчас мы продемонстрируем. Света, пожалуйста. Я не знаю, как это. Чего? Чего? Покажи. Еще раз микрофон погромче. Чего отсмак? Отсмотгав. Короче, я понял. Передай тому, кто тебя поддержит в трудную минуту. Спину самый лучший было, из когда этих тупая людей, кого я знаю, это только может быть каштанка. Верните мне провод от микрофона. Куда может стать? Что ты хочешь, я тебе сказать? Громче говори оттуда, откуда звук. Я хочу, чтобы ты открыла. Противно. И прочитала. Да. Боже, хочу. Микрофон, прочитай записку. Все хотят, чтобы я что-нибудь не подарок. Ты перепутал. Что-то не то открыла. Нормально, не слышали. Слева-направо. А зачем смеешься сам так громко? Меня мама тоже по-другому смеет. Как тебя? А сзади муж сидит, между прочим. А это не важно. Автомобиль. Он знает все. Вы не понимаете. Ну, громче говори в микрофон. Назови возраст, когда ты приобрела свой первый сексуальный опыт. 35 лет плюс-минус. И передай самой красивой улыбке. Мастер. Вам рассказать, это я могу рассказать. Вообще, возраст можно пропустить. Только подумать. Я должна подумать. Она должна подумать. Похлопаемся, поаплодируем, поаплодируем. Она должна подумать. Это впервые я слышу участника конкурса, который о первом своем сексуальном опыте должен подумать. Я хочу сказать, потому что второй был в возрасте, ребят, после. Вы же ребенка. Не барбары, я предлагаю сказать об этом Паше. Мужу. Мужу это не обязательно говорить. По его версии, что он думает? Муж всегда опыте своей жены. Муж всегда первый. Это было вчера. Серега! Серега! Да. В общем, это было давно. Это было давно. Все улыбнулись хором. Я выбираю самую красивую улыбку. Это было недавно, это было давно. Улыбаемся все. Улыбаемся все. Улыбка сквозь слезы. Костя, не давайте микрофон, ему фонит. Костя, разорви упаковку. Костя, разорви упаковку. Вскрой ее! Минздрав последний раз предупреждает. Без звуков. Это якут, это... Не, это... Ладно. Это младшенький. Младшенький, да? Младшенький, господи, вот семейка, а. Там уже написано. Это было. Ну прочитай. Нетрадиционную ориентацию, когда я вспомнил. Внятно. Что? Вспомнил? Остановите мгновение. Она вспомнила. Она вспомнила, когда был первый раз. Она вспомнила. Это был массаж соседу. Лера. Это было.
камеру. Что, я до сих пор так? Еще раз, внимание, погромче. Внимание, Костя, еще раз. Сделай массаж соседу. Правильно. И передай. Костя, подожди, ты не там сидишь. Я там сижу. Костя, сядь рядом. Костя, сделай массаж, сказали, а не голову положить. А он мне массаж делает. Костя, тебе сказали массаж сделать. Ты, а подожди, может, ты пассивный? Костя, Не-не-не, смотри, активный, блин. Влево, Костя, влево. Это при том, что у тебя рядом девушка сидит. Ты девушку не трогай рядом, да. Девушка нормально, да. Якут, отойди в сторону. Все, передай теперь. Якут, раньше надо было садиться. И передай тому, кому бы ты хотел. Отверженный. Иди сюда, Якут, я тебе передам. Якут, иди сюда. Якут, я тебе передам. Иди сюда. Слышал? Сам, иди сюда, передам. Я тебе передам. Якут, тебе передали. От кого бы я хотел получить массаж этой ночи? Ой-ой-ой-ой-ой. Я бы не хотел. А вот сговор не считается. А что делать надо? А что делать? Сухари сушить. Передавать. Дальше видно. А вскрывай. Вскрывать? Потихоньку, не все сразу. Маманя, я вскрывать не стану. Вскрывать не встану. Да-да. Не ту имел вчера Татьяну. Еще аккуратнее. Начинается. Вскрытие с применениями особых средств. Яша, ты представляешь, кому тебе сейчас массаж придется делать? Надеюсь, мне. Не, хуже. Люди, вы представляете, рядом с Яшей, кому он сейчас массаж сделает? А ты помолчи, не выпендривай. Вася, ты сперва подумай, чем он сделает это. Назови самый необычный метод. Якут, не заикивайся. Кость, не послушай. Назови самое необычное место. О, все, больше не продолжай. Кумран. Где ты занимался этим? Кумран. О! И передай самому ушастому. Кумран. Давай обратно. Ты на ушастому. Якут. Якут, сделай круг, войди в центр и сделай круг почета и выбери самого ушастого. Я думаю, что им будет Сивис. Нет. Место, где этим шахматы играл. Вот тут руку тяну. Дайте микрофон. Не-не-не-не-не, это не те уши. Якут, это не те уши. Ты эти уши видел, блин? Не те. Какие уши? Ты куда показываешь? Знаешь, какие у него холодные губы? Якут, ну зачем же так громко? Это не я, это все ветер. Да нет, я про губы. Да. Холодные. Ты место скажи, шахматист. Место? Да. Где ты занимался этим? Где ты занимался этим? Я только этим не занимался. А где только нет? Давай перечислим, где нет. Пойдем от противного. Великая китайская стена. Иди сюда, противный, я от тебя пойду. Ой, я подойду. Костя, уйди в сторону. Он тоже достаточно противный, не надо. Нет, он противнее. Да, я согласен, он противный, даже он согласен. Иди от меня. Я от тебя пошел от противного. Правильно. Так, самому ушастому. Опять ушастому, ко мне ушастому. Пришел. Уйди отсюда. Саня. Выяснили, что не только... Ирку зови. Не только размер не имеет значения, но и пол тоже. Вот оно ушастое. А почему оно среднего рода? Якут, не фони. Ушастый. Ну... Ладно. Якут, тебе не стыдно? Я знаю, но я не признаюсь. Тебе не стыдно? Якут. Якут. Ну, угадай, стыдно мне или не стыдно? Угадай. Я только что новость о себе узнала. Ну ладно. Что, ты ужасная? Расскажи свое заветное желание. И вслух. Вслух. И передай самой красивой попке. Ну, самое заветное желание — вернуться завтра живой. Ну, это вряд ли. Куда? Куда, пардон? Ну, хотя бы выйти к Вишне. А, ну, выползти, да. Так, пошли попки смотреть. И физрук ваш лучший друг. Не было сказано, так себе. Тебе какие попки показывают? Я не понял, ты на лицо смотришь или на попки? Тебе левую или правую? Полупопе. Полупопе? Повернись, пожалуйста. У нас сегодня есть симпатичная такая попка. Да, я здесь.
только у одного насекомого. Да. Я, пожалуй, да. передам этому насекомому. О, я тут. Ой, весь мир. Подожди, я не успел, еще раз. А теперь в круг, пожалуйста, по кругу пройдись, пожалуйста. Тяжелый такой. Это называется танец живота. Я вам сказал, это по-другому называется. Ну, что, читай, самый красивый попа, да? Полосатый мух. Почему ты такая грустная? Ты нам танец живота и передай самому эротичному. Я же говорил, автомобиль! Танец живота, музыку! Потанцуйте, мой живот. Я просил танец живота, не танец полупопий. Питанием согрею. А ты молча так просто взяла и сунула мужику с сиськами. Эротичному! Внимание, все замерли. По-любому, не дышим. Отлично. Поведай нам свою самую запретную фантазию. Передай той или тому, кого бы ты хотел трахнуть. Ну, запретную фантазию самую мне очень трудно передать. Ну тогда не самую. Тогда хотя бы хоть какую-то запретную. На Хермон попасть! Можно на микрофон, пожалуйста, оттуда, откуда звук идет, поближе. Хорошо. Ну, значит так. Еще фантазию, ближе. Которую я не мог бы сделать, вот сейчас взлететь и перелететь над Иорданией и опуститься на крышу. Ну, вторую часть не очень тяжело. А вот ведущий, потому что... Ведущий, в моем... В микрофон. В моем, так сказать, положении очень сложно, у меня раздвоение личности. Вы можете сейчас шизофреники в группе. Да, поэтому я сделаю следующим образом. Ведущим. Я сейчас закрою глаза, крутанусь и трахну того, на кого я попаду. Только не упади, ладно? Хорошо. Не, голову. Оп! Оп! Есть! Надя, никуда не деться! Спасибо! Большая честь для меня! Против знатоков играет! Ой, а там рыбка должна быть в газетке! Черт, нет! Валя, аккуратно только! Валя! Вот, да! Ты не пытаешься! Не бойся! Ага! Нет. Да. Да ладно, это внимание, тишина в студии. Что далее? Черный ящик. Я бы хотела понять, можно посветить сюда? Че, микрофон, пожалуйста. Да микрофон. Мы соображаем, что там. Ой, возьми девочки. Микрофон, Валя, возьми Ой. Микрофон, пожалуйста. Это мужской подарок. И все. Отпусти, пожалуйста, что это? Такое? Это крышка тунитра. Человек держит двумя пальцами. Презерватив. Нет, дурак, блин. Резервуар. Да, это получитель удовольствия для девушек. Отойдите в сторону. Это совершенно интимное кольцо. Почему я? Мечтает, которое одевается на палец. О котором мечтает каждая девушка. Наш генеральный спонсор. Автомобиль. Наташа, которая нам предоставила от кого? Подарок в Хасу. Секс вместе. Ее зовут Михаль. Это сексологит, которая мавера с одного. Видишь, это хорошо. Бедная девочка. Надо сказать, что один секс-магазин нам предоставил несколько своих игрушек, ну неважно, вот, который, важно. Который смотрит широко на экспансию рынка в сторону экстрима. Вот мы в игрушки сейчас и поиграем. Я не понял, они что, с дырочками? Своей суперзвездой они видят именно Валю. Как я понял, если мы суммируем.
самая сексуальная попка, самые большие сиськи. Что там еще было? Севис, еще раз. Это... Самые большие ушки. Самые большие сиськи. Достаются обладателю самого интересного кольца. Окей, ну, итак, спасибо Наташе и за конкурс, и за спонсоров. И также секс-шоп под названием Наташа. Мисти какой-то там. Света. А я предлагаю все-таки бахнуть хотя бы по последней. Итак, куда? В этой емкости. Давайте выпьем, ребят.